Доброе утро. Сегодня 17 января. Вот сейчас 4:30 вечера. У меня обычно такой вечер. Саша там уже сидит на пляже, раскинул свой магазинчик. А я иду потихонечку к нему. Вот такие вот у нас красоты. Вчера я решила, думаю, наверное, надо купить мороженое. Ой, соблазн велик. Какое-нибудь маленькое надо. Или побольше. Так. Вот с орешками. Пойду узнаю почем. Такой магазинчик. Так, иди пока. Мне шампунь еще нужна. С кондиционером. Зато вон тут гуа, естественно. Полочки полны. Так. Вот. Оказывается, у нас есть майонезы. Да еще и разные. Классический сэндвич. Так, почем они? 79 вот такой майонез. Так. Ну вот, вот такое оно получилось. Вот иду к Magic Park'у. Такой хороший парк. Вот здесь вот у нас доска объявлений. Вот кто у нас приезжает послезавтра. Борис Гребенщиков и аквариум Эш Арамболь. На нашем Арамболе будут выступать. Я посмотрела на сайте. 3000 стоит билет. Саши ничего не поймет. Без Саши я не пойду. Поэтому Гребенщиков будет выступать без меня. Вот такие вот уютные места. Здесь вот не очень уютно, а дальше начинается красота. Вот мне он очень нравится. Кафешечка такая. По выходным здесь вечером наподобие такой шведский стол, баффет. Сари завешено. Особенно, когда начинаешь думать, что вот сейчас-то январь, а ты под пальмами, с голыми ногами на песке. Здесь наподобие иногда концерты бывают. Иногда вот как курсы релаксации
йоги собираются, расслабляются под свои барабаны. И вот прям близко пляж. И вечером на этом пляже вечерний Sunset Market. Free Market его называют. Типа свободный рынок. Творческие люди раскидывают свои творчества. То, что хочет, и торгует. Вот на подходе к пляжу построены бунгало. Из пальмовых листьев, как я понимаю. Но они не дешевые. И строят в ускоренных темпах новые бунгало. Хотя 17 января, вроде бы уже 2 месяца или 3, как сезон начался. Что-то они поздно схватились.